Ты останешься в Барселоне? Я вернусь домой, к вам. Позвони перед вылетом. Люблю тебя. Я тоже. Ваше первое воспоминание? Когда я очнулся, начался кошмар. В полицейском отчете сказано, что свидетели слышали крики, но не видели, чтобы кто-то покидал номер. Дверь была заперта изнутри на цепочку. Они проверили все выходы, которыми мог воспользоваться убийца. Ничего не нашли. Выходит, если верить вам, преступник просто испарился. Никто не готовит свидетелей к суду так, как она. Это ее последнее дело. Уверяю тебя, она настроена выиграть его. Давайте по порядку. Мы встречались несколько месяцев. Кто-то пытался нас шантажировать. Ваши показания неточные, сеньор Дориа. Я сказал правду. У нас 180 минут, чтобы начать сначала. Ладно. Хочешь поиграть? Поиграем. Ты ведь не хочешь все потерять. Я знаю, что видел. Не надо лгать. Это западня. Эта женщина что-то скрывает, как и вы. Никто не видел, никто не знает. Что скажете об этой загадке? А вы что скажете?